Коллаген как БАД существует в двух формах – нативный и гидролизованный. Нативная – это естественная форма белка, которая содержится в коже, связках и хрящах животных. Нативный коллаген почти не усваивается из-за сложной молекулярной структуры. Гидролизат коллагена – наиболее легкодоступная форма белка молодости. Такой коллаген полностью переваривается, но получить его можно только заводским способом.